сосиски в море. Даже вот такие шпигачки еще есть. Здесь это у нас окрошка с квасом. Вот такой квас. Все, молоко, там суп из щавеля. Арчуша, дай я присяду. Маленько. Хочешь колбаску, нельзя тебе. Да, вот так вот, вот. Смотрите, как получается. Открываем. Вуаля! У нас теперь в бане есть душ. Ну, погода, а. Обалдеть. Не дает вообще работать. Ой, все, ладно, то промокну весь. Нафиг. Ух ты! Утречко-то какое у нас отличное. Друзья, всем доброе утро. Арчик, доброе утро. Проснулись, кроватку заправили. Ребята сейчас тоже заправляют. И идем завтракать. Вчера маленько поковырял водоснабжение в баню. Чуть-чуть там. Ну, получилось. Подкапывают в нескольких местах там. Я это все исправлю. Вот. А так прикольно. В бане появился душ. С холодной водой только. Димка, ты не видел уже еще, да? Или видел? Или Настя видела только? Я видела. А Дима спал уже, наверное, в это время. Да. Дима уже спал, я уже вечером там закончил. Ну, все телевизор смотрели, я думаю, пойду поковыряюсь. Что-то пылесос выключался, а там безопасность стояла. Мешок полный стал, я вот мешок вынес, полный пыли. И это... И сходил в баню, вот этот, трубу поделал. Но получилось ничего. Там маленько, говорю, еще подделать, может быть, чем-то там подкапывают, даже не несколько, там в одном месте подкапывают, а так, в принципе, нормально. Вот. Короче, получилось очень даже круто. Позже, чуть позже покажу, а пока мы сейчас заправляем кровати и идем завтракать. Мамулька у нас сегодня работает, так что мы вот одни. Надо сегодня окучить картошку, а так все, в принципе, у нас на огороде сделано. Алла вчера морковку досадила. Угу. Так все. Полный фарш. И вечером с Димоном мы собираемся на рыбалку. Надо отварить еще пшено. У меня есть вареная перловка, вареный горох. Отварим пшено. Будем рыбачить на перловку и на червя. Посмотрим, может, нам что-нибудь повезет. Да, Димон? Да. Мы еще те рыбаки-то. Настюшка решила... пожарить яйцо. Мы никто не против. Так что Настюшка сейчас жарит на всех яичницу. Да, Арчи, чё мой хороший? Чё мой хороший? Пойдем погулять, что ли, с тобой выйти? Давайте я, наверное, его выведу. Одену ему этот. Арчик, иди сюда. Нет, куда на стол-то? Иди туда. Спускайся. Настя, он написал. Между креслами. Иди сюда. Ты куда скачешь-то так это высоко? Давай, я тебя пристегну. Стой, лапку дай. Арчик, иди сюда. Ты что, я запутался-то? Дай лапку. Подожди. Стой. Во. Ой, Настюшка, жарит. Спасибо тебе. Куда пошел-то? Гулять пошли. Арчи, пошли. Ну? О, сразу попикал. Погодка отличная, вообще классная, блин. Тепло. Ну, дождик обещали. Пойдем туда.
Арч. Тоже надо, наверное, покосить поленько. Посмотрим. Хотя не сильно еще вроде. Вон Димка тут лучок рвет, да, Димка? А смотри, а это можно есть или нет? А что нельзя-то, можно? Там просто семена сверху и все. А, да? Да, конечно. Да ничего, бери, бери. Хорошо. Блин, вот это мне не нравится, то, что там жидкий. Она трубчатая, да? Это семечки, да, внутри? Не. В воде. Это, ну, как назвать, стрелка? Да, можно ее есть, что ты не переживай, это обычная. Она может пожестче там маленькая, такая как палочка, трубочка. Это у нас лук на зелень. А это лук на... Это лук сам. Ну, на лук, на луковицу. Доброе утро. Доброе утро. Пошли, Арчик, завтракай. Арчик, пойдем. Фу, 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 гад. Фу! Арчик, пал! Откуда травку схватил уже, какую-то травку? Виноград. Виноград, наверное. А что у него за колушечки такие? Какие-то колушечки, это что? Что там съел уже опять? Я только вот это успел отсеять. Пошли домой. Все, пошли. Домой, домой, домой. Лапки помыть. Настя там яичнику готовит. Ну вот как получилось. Да ничего страшного. Она просто пристала к этой, я как смогла ее попытаться. Ну дома-то лучше сковорда, чем здесь. Ну у нас тут железо, а там хотя бы. Мы сейчас еще зелень добавим к яичнику. Ну. И приправы чуть-чуть. Давай ему, Димка, лапки вытри ему этим. Возьми этот. Или водичкой пойдем помоем. Ну, возьму, да. Да. Вот так, сюда. Подноси его к ней. Боится. Передавай переднюю, потом это. Задние давай. Задненькие. Ребята любят яйцо разбитое себе, видите, как делают? Мне по-другому. Мне цельное максимально, как бы, чтобы желток сохранился. А себе все это, болтушку. Баламутят, баламутку, болтушку. Все? Все? Да. Ну, молодец. Он еще обгонять будет. Все, садимся сейчас завтракать, сейчас приготовим. И завтракать. О, Настюха надымила. Ага. И яйцо нажарила. Да. Дым стоит коромыслом. Вешать можно. Арчуша, Арчуша. Да, я присяг. Да, я тут присяг. Маленько. Хочешь колбаску? Нельзя тебе. Да, вот так вот. Вот. Садимся мы завтракать. Вот так вот, да. Садимся мы завтракать. Иди, у тебя там есть покушать. Иди. Давай, кушай. Кетчупа не надо никому? Нет, не надо. Димка? Нет. В уголочек? Нет. С горчичкой? О, нет. Яичко жареное с горчичкой. Сардельки две такие, это. Ребята не захотели, только яйцо захотели. Сардельки, там сосиски есть, можете, если что, брать, если хотите. Лучок свой Димка набрал. Ой, я вилку-то не взял. Вилку-то я не взял. Лучок, да, хорош. Салатик здесь у меня еще. Это уже остатки. Надо будет новый сделать, наверное. Из наших, из нашего салата, который есть у нас. Настюшка, спасибо за, за яичницу. Горчички, горчички. Давайте, приятного аппетита. Спасибо. Приятного аппетита. Группа огорода, уже практически все работы сделаны. Вот картошку надо маленько только это окучить. Там остатки причем растет большая, но видели в видео уже.
Картошка большая выросла. Остатки надо окучить и прополоть. А так все вроде нормально. Если днем огород польет дождь, поливаться даже не надо, только вечером полить в парниках и в теплице. Так, все. Можем отдыхать. А, ну мы с Димкой на рыбалку, да? Часиков, ну вечером часиков 6. Отойди, на, иди туда, беги. Покушаем. Наверное, холодно бассейн-то топить. Ну, я. Овал, овал, куда? Арчи, на, пошел гулять. Посмотрим, может все-таки затопим. Ну просто с ним надо возиться, я говорю, часов 5, а мы там на рыбалку уйдем потом. Смысл его топить, дрова жечь. Там сейчас дождь начнется в 11 часов. Чаёк готов. Так. Рулетик вам сделать? Смотрите, есть рулетики. Один со сгущенкой, один с клубникой. Сгущенка. Это, да. Так, давайте сейчас я принесу нож, рулетик, чай. Разбавлять? Не, можно не разбавлять, я просто в другом без стакане. Сахара. Димка тоже без сахара, там сладкое уже и так. Спасибо большое. Дай я возьму. Со сгущеночкой вареной, да? Вареной? Все, такие рулетики вкусненько. Я обожаю такие рулетики. Давайте мы его вот так вот нарежем, наверное, на дольки, да? Вот так вот. О, с вареной сгущенкой. Вот такие. С другой стороны. Давайте, ребята, кушайте. Приятного аппетита. Приятного чаепития. Спасибо. Я еще доедаю пока. 300 рублей. А теперь вкусно? Очень. Перекусили, ребята ушли наверх, в телефончиках отдыхать. Я вот кашу варю на рыбалку и решил заодно еще вермишельку отварить. Здесь только воду поставил еще. Купили вермишель, недорогую, в Пятерочке. Наверное, еще маленько. Воды можно, чтобы не подгорело. У меня есть каши, эти на рыбалку, я прикорм, готовлю прикорм, есть покупной, а есть перловка, горох и пшено будет. А вермишельку взяли вот такую обычную, сейчас сварим пару пачек, наверное. А то у нас сосиски есть, там все это такое есть. Сосиски в море, даже вот такие шпигачки еще есть, сыр, вон еще сосиски. Здесь это у нас окрошка с квасом, вот такой квас. Все, молоко, там суп из щавеля, вон там горох, вон горох на рыбалочку. Надеюсь, сегодня пойдем и нам
Повезет, рыбки наловим. Что делаешь, а? Опять в ведре что-то лазишь уже, облизываешься. Ты что? Вот постоянно, а? Постоянно вот ведро его манит. Ну, я думаю, так у всех, у многих. Кто-то стул ставит, чтобы не открыть. Что, мой хороший? Ладно. Так что пока варим, покушать, а потом посмотрим, чем займемся. Может, картошку окучивать пойдем. Надо в бане еще водоснабжение доделать. Вот так что. Дел, в принципе, не так много, но они все-таки есть. Они все-таки есть. Оп, сейчас, Арчик, подожди. Ребята. Здрасте. Мне надо. Я все закончил. Там кашу себе сварил, вермишель. Можете кушать. Я пошел заниматься делами. Надо смотреть за Арчиком. Либо вы его сюда поднимайте, наверх. Закрывайте крышку, да что? Либо сидите там внизу. Я вниз пойду. Почему? Смотрите, короче, как хотите сами. Я пошел просто на улицу, а он просто без присмотра. Угу. Так, сходим, наверное, в баню первым делом. Видно? Так. Воду в бане решил запитать вот все-таки от бассейна, вот отсюда, вот она у меня. Вот она у меня. Здесь маленько подкапывает. Вот надо вот это вот, как сказать, порнографию вот эту вот, вот этот колхоз надо как-то переделать покультурней. И сейчас свет надо включить. Наське скажу. Она уже, наверное, с Арчиком или еще не спустилась. Включи свет. Опа, молодец. Вот, смотрите, как я вчера уже вечером проверял. Смотрите, как, короче, получается, откуда будет лучше видно-то. Вот, вот ручка. Здесь уже все приходит вода. Здесь надо подтянуть, чтобы нигде ничего не капало. Потому что здесь у меня просто от руки закручено и все. Смотрите, как получается. Открываем. Вуаля! У нас теперь в бане есть душ. И можно набрать бачки с водой. Ну, это не то, что душ постоянно здесь надо мочить. Там пол, да что, да, нет. Это, короче, вода сразу напрямую идет общая. И она, скажем, такая, ну, холодная. Она не разбавленная, конечно же, не теплая. Вот. Я думаю, вот так будет прикольно, удобно. Чтобы не таскаться с этими всякими разными шлангами, да? Здесь сразу на стене у нас готова вот такая вот система. Можно сразу набрать тазики, горячую воду. Ну вот до горячей воды пока не дотянется. Я придумаю что-нибудь, может, переходник. Или чтобы шланг менялся. Ну так, в принципе, мне идея очень даже нравится. Только вот надо мою халтуру вот эту вот переделать. Но я говорю, это так. Это все временно. Я просто хотел посмотреть. Как это все будет работать. Ну, в принципе, меня очень даже это все устраивает. Здесь только вот шланг-то видите какой. То есть он не для такого должен быть, а для резинового. О, Арчи вышел гулять, привет. Привет, Буся. Вот, ладно, сейчас маленько вот здесь вот поделаю, а потом пойду, наверное, картошку надо окучивать и пополоть. И все, в принципе. Вечером на рыбалку. О, погода совсем испортилась. Пока я тут сижу в бане, химичу. Делаю эту трубу. На улице начался дождь. Лишь бы до рыбалки до вечера закончился, чтобы на рыбалку пойти. Поменял я полностью вот эту штуку. Я маленько неправильно изначально сделал. Вот этот вход резиновый. Это для ПНД трубы, для черной. Он мягенький.
Вот в него вставляется вот такая, а с этой стороны уже можно подключить резиновый шланг. То есть это переходник с ПНД на резиновый шланг, вот так вот. Все у меня нормально, но вот к этому шлангу я тут сам отрезал. Подсоединиться, блин, что-то проблематично. Вон, видите, все капает, капает. Надо мне хомутом посильнее здесь зажать. А так все уже, в принципе, вот так останется у меня. Вот. Ну, я аккуратно положу в уголок, там все красиво. Вот. Так что пока еще делаю. Да, погода. Нынче лето такое у нас. Фантастически охренительное. Одни дожди, короче. Ну все, друзья, я закончил в бане. Получается, вот этот наш шланг железный, который идет, в нем внутри резиновый. У меня постоянно подкапывало. Я думаю, откуда подкапывает? Оно, короче, не то, что соединение плохое. Оно вот под этим, по этому металлу, по этим вот сеточкам, вот там тихонечко протекает и капает. И я, короче, его отрезал, зачистил до, там внутри резиновый шланг, до резинового шланга. Вставил трубку, вставил в этот шланг, затянул хомутом, а это уже просто здесь, просто вот такие вот острые волосики от этого, ну, от шланга, который я срезал, чтобы руками не цеплять. Сделал вот так. Сейчас аккуратненько уложу по полу и протяну еще там, чтобы не капало у нас сам душ. Там все от руки затянуто. Сейчас я схожу за ключом и протяну душ, и будет у нас в бане вода. Ура, ура! Классно, ну удобно, согласитесь, чтобы набирать эти все тазики. Да что, никуда не надо ходить. Кран открыл, все, никакие шланги тянуть, ничего не надо. Еще в процессе мойки у тебя есть вода. Даже душ, которым ты можешь просто вот так вот, как, ну, ополоснуться, что ли, вот так вот. Холодной водой, конечно, как сказать. Как из ведра, знаете, ведро дергают за веревочку, вот так же на себя поливают. Здесь так же, как окунуться. Вот. Короче, я думаю, что неплохо, в принципе, у меня получилось. Все у меня готово. У меня вот только одна проблема. Я уже начинаю воду набирать. Ну, чтобы в бане была вода. Проблема у меня не дотягивается до горячего этого. Но у меня есть выход из такого положения, о чем я говорил. Какие у меня крепежи. Как я это все сделал. Видите, это обычная черная ПНД труба. Вот она. Видите, разрезана. Надеюсь, понятно. Вот. Разрезана. Обычная черная ПНД труба, вот она. На 16. Я ее разрезал, одну половинку. А туда вогнал саморез. И все, и у меня получились вот такие зажимы. Я вот так отцепляю, думаю, и перекидываю вот сюда, на горячую воду. Все, у меня все набирается. Когда надо, я подцепляю сюда душ. Ну, пока так, не знаю, может, тройник поставлю. У меня под лавкой, вон там, есть соединение. Возможно, я поставлю тройник, и у меня будет просто лежать шланг. Надо, туда поставил его, это, набрал горячую воду. Как бы вот. Здесь у меня в коридоре, в предбаннике, получается, я уже вот так все сделал. Одел черную трубу. Чисто так, для эстетики, сейчас немного поправлю, чтобы выглядело поинтереснее, получше. Вот. Все свои косяки прикрыл. И все. И у меня сейчас, я вот сейчас так выровняю, и у меня она будет вот так вот лежать. Ну, так-то нормально выглядит, в принципе. Там соединение пластиковой ПНД трубы со шлангом. И уходит вот туда. Вот она уходит. Почему не прямо, да, почему так криво? Потому что там прямо упирается в в дровяник. Прямо в дровяник. Можно было, конечно, 10 сантиметров в бок взять. 10 сантиметров в бок можно было взять. Но это что, погода не сделает, ладно. Пускай там у нас особо ничего не стоит, только вот эта вот коробка с бассейном потом. Стиральная машинка, ну, я думаю, не помешает там ничего. Главное, есть в бане вода, это уже классно. Не надо эти все шланги мотать. Ну вот, друзья, в принципе, все я здесь сделал в бане. Погодка у нас налаживается, слава богу, вон солнышко появилось, а тут дождь шел. Сейчас, наверное, пойду все-таки окучивать картошку. Надо будет еще сходить накопать червей. Ну, у меня картошка окучена, но есть там два участка, как бы, маленьких таких, два места, где она не окучена и не прополота.
Надо вот ей заняться, а так все, в принципе, сделано. Надо еще накопать червей, это мы с Димкой вечером пойдем на рыбалку. На, цветочки еще, вот эти вот, маленечко тоже прополоть. То слишком уже заросли они. Посадили многолетки, чтобы не возюкаться, каждый год не садить. Растут да растут, как вон там под окошком. Тоже цветы. Растут да растут. И все, красота, вечно красота. Пока, наверное, так вот буду в кучку складывать, потом соберу. Сейчас, наверное, вот так пройду, повыдергиваю и грабельками еще разровняю все, разрыхлю, полью. А хотя нет, дождь был, поливать не буду. Перекопал, да маленько граблями сейчас. Уберу, вот еще тут трава попадается. О, скоро надергал. Потом ее в компост. А зачем потом? Сейчас унесу. Туча приближается. Надо успеть окучить. Тонкая туча. Здесь-то все ровно. Здесь-то все хорошо, уже окучено. А вот здесь и полоть надо, и окучивать. Да, понаросло-то травы-то. Ну, погода, а. Обалдеть. Не дает вообще работать. Ой, все, ладно, кто промокну весь. Нафиг. Пока это. Отдохнем, волку ветрище. Но вечером должен остановиться. Часов в 6. Вот мы и хотим на рыбалку идти. Ну это как гороскоп говорит. Этот. Метеоцентр. Блин, шатер бы не улетел. Ох, 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 ох. Нет, надо пока домой идти. Все. Пока посидим дома. О, погода там кошмар. Видел в окошко? Все жесть. Ладно, чай пока попью, наверное, посижу. Не дает мне картошку, только цветы прополол. Картошку начал делать. Это. Окучивать. И вот такая погода, вон все там летит. Кошмар какой. Кто-то еще занимается вон. Огород пахает. Нет, я подожду. Чай попью пока. Ну вот. Все в порядке. Дождь закончился. Маленечко перекусил. Можно работать. Теплицу полил. Парники, думаю, ребята сами польют. Я им сказал. Они мне помогут. А я продолжаю окучивать картошку.
Ну все, окучил. Вот так вот у меня получилось. Ну, в принципе, неплохо, да? Это уже вон какая большая картошка. Ну, мы ее посадили, наверное, на неделю, а то и больше даже. Ну, позже. Ну, главное, взошла. Может, конечно, близко. В следующий раз будем садить дальше. Хотя бы штык лопаты между картошками, чтобы был. Ну, мы по неопытности пока. Посмотрим, что уродилось. Ближе к осени. Осенью посмотрим, в сентябре. Ну, вот, а так. Ну, растет. Значит, все сделали правильно. Все. Сейчас можно уже все сделал. Можно сегодня идти и сейчас собираться на рыбалку с Димкой.